мы присутствуем на финале предсезонного турнира Европейского международного кубка. Каждая из команд шла к финалу по-своему, но для каждой этот путь был непростым. Случайных команд ведь в финале не бывает, правда? Это именно так. У нас сегодня замечательные команды, и я не сомневаюсь, что мы увидим хороший футбол в их исполнении. Сегодня Лацио встречается с ЦСКА. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Команда выходит на матч с обновленной линией атаки. Новый форвард начинает игру с первого пункта. Команде нужно было усиление, и вот мы его видим в лице нового нападающего. Ну и посмотрим, как он войдет в игру. Команда выходит на матч с обновленной линией атаки. Новый фланговый нападающий начинает игру с первых минут. Команде действительно нужно было освежить состав, и вот мы видим новое лицо. То в линии нападения. Ну и посмотрим, как он войдет в игру. Посмотрим на состав Лацио. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. И смотрим на состав ЦСКА. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Это может быть опасно. Великолепный проникающий пас. Какой прекрасный пример отбора мяча. Сиду Думбия. Потеря. Все, в оборону. Душан Баста. Тут может что-то получиться. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Думбия. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Прекрасный пас. Отличный удар. Атака остановлена, но кто получит мяч? Сенат Лулич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Мяч летит в сторону ворот. Да, похоже, этот футболист, если и служил в армии, то точно не в артиллерии. Да, Георгий, промахи действительно бывают разные. Чаще всего их даже можно объяснить. Но вот в данном конкретном случае наука бессильна. Ну и техника, наверное, тоже. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Порол. Стефан де Фрей. И в зону атаки мяч переходит. Есть шанс выйти вперед. Вот это спасение. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Голкипер отбивает мяч. Как проект, в принципе, как задумка. Эта передача была очень остроумна. Филиппе Андерсон. Сейду Думбия. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Думбия. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Может получиться интересная атака. Пас с фланга. Вагнер Лав. И справляется вратарь с этим ударом. Ушел мяч. Удар от ворот. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Бальде, Диао, Кейта. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Первый тайм завершается. Голов ЦСКА мы пока не увидим. Опасно!
И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Арбитр назначает угловой. Фернандес! Загоев. Сиду Думбия. Алан Загоев. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Армейцы атакуют. Ударище просто. Вратарь! Вот это сейв! Угловой будет подавать команда, пока счет равный. Мяч выбит. Угроза миновала. Удар по воротам. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Первый тайм финала. Начинается второй тайм финала Европейского международного кубка. Через 45 минут мы узнаем, кто выиграет этот турнир. В первом тайме было очень интересно, и будем надеяться, что вторая половина встречи нас также не разочарует. Душан Баста. Кирилл Набабкин. Загоев. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Удар. Ну, удар. Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. Айда гол. Сыграно как по нотам. Претензии к обороне вполне очевидны. В таких моментах нужно играть внимательно. В первом тайме шла тактическая борьба, а во второй пришли, наконец, голы. Джиро Иммобиле. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Так, а трансферный рынок продолжает нас удивлять. Генрих Мхитарян переходит в Манчестер Юнайтед из Дортмунда. Да, все так. Шумихи было много. Но... Нужно бить по воротам. Защита в последнюю секунду. Секунду спасает ситуацию. Выбиваут! Правильно! Автор забитого мяча уходит с поля. Давайте-ка еще раз посмотрим, как он забивал. Первый удар получился не лучший, но с отскоком от вратаря повезло. И со второй попытки он мяч в ворота отправил. Сиду Думбия. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Великолепный пас. Это Думбия. Отличный сейв вратаря. Головин. Это может быть опасная атака. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Забирает мяч голкипер. Марко Пароло. Мяч остался у них, так что свисток молчит. 20 минут осталось играть. Билья. Все верно, пора сместить акцент атаки. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Посмотрим за этой атакой. Алексей Ионов. Думбия. Пол команды обыграл. Ничего себе. Вагнер Лам. Ох, какой гол. Какой гол. Перевес в счете вследствие перевеса в игре. Инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля. Ну и вследствие всего этого на табло. Но в таких ситуациях у вратаря практически нет шансов. Да, здесь трудно было не забить. Все-таки вдвоем против одного вратаря вышли.
А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Какой удар! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. 81-я минута. Аут. Душан Баста. Билья. Тут может что-то получиться. А вот это Душан Баста. Мяч снова разминулся с воротами. Команде никак не удается сократить отставание. В этот раз почти получилось. Время и силы еще есть, и главное прибавить в точность. Марко Пароло. Это может быть опасно. Удар! Опасно! Далеко от ворот проходит мяч. Душан Баста. Вот и все, матч окончен. 2-0. Завершается этот матч. Начинается церемония награждения. Сейчас команда получит кубок. Капитан ведет команду к подиуму, где будет вручен трофей под аплодисменты болельщиков. Ура!